это у нас два мастика. А вот данные. Вот это я считаю своим долгом. Это мой подарок, Людмила. Реклама лакмастики, потому что редко когда это самое. Вы знаете как? Что у нас за реклама и что вы получаете взамен. Вот. Ну и еще раз. Вот это, значит, получается так. Вот это я сегодня, наверное, уже комментировать не буду. Прочтите, каждый относится к этому по-своему. Я уже сказал. Показываю вам ведро с абрикосами королевскими. Я сказал, у нас выбора нет. Или калечим, пусть вы ее назвали уродом, или калечим, или едим несъедобные плоды, или отравленные. Вот. Но подробно я бы каждую строчку бы разобрал, и, может быть, даже вас бы в чем-то переубедил. Но, к сожалению, на это уже нет времени. Вот. И на вегетативную гибридизацию нет времени. Вот, видите, отличите абрикос от сливы. Вот так. А теперь скажите, это абрикос или...